Привіт! Ми продовжуємо демонізувати людей у програмі «Он воно як». Тому сьогодні говоримо про смотрящих зі смотрящим. У нас в студії традиційно Денис Бігус, Аліса Юрченко і Віталій Кропачов. Вітаю! Свого часу ми зняли про Віталія велике розслідування. За президентство Порошенка він обріз вугільними активами і значним впливом на частину державних шахт. Так і отримав статус одного з кількох неофіційних кураторів вугільної галузі під крилом нардепа з БПП. Ви його знаєте, Ігоря Кононенка, який тоді курував всю енергетику. Тоді нам не вдалося отримати від Віталія Кропачева навіть відеокоментар, і ось тепер він раптом погодився прийти в студію. Віталію, це тому, що тепер вас правильніше називати екс-смотрящим? Я думаю, поступило пропозиція, я офіційне пропозиція віддачі інтерв'ю вашим каналам і вам лично я не отримав. Тому давайте не будемо передергувати. Є пропозиція, я прийшов. И независимо от того, ваша формулировка, смотрящий, подглядывающий и так далее. То есть давай мы можем разложить все по косточкам. Я думаю, в течение передачи вы получите все ответы на все вопросы, которые вас интересуют, если у вас есть вопросы. Да, про смотрящих. Да, давайте же об этом поговорим. Смотрите, в нескольких интервью вы многократно говорили о том, что, в общем-то, это просто там журналисты все придумали, это созданный демоничный образ и т.д. и т.п. Все-таки... По состоянию на полгода тому назад и по состоянию на сейчас, как вы видите свою роль в отрасли? Вы в ней кто? Смотрите, я в отрасли и полгода назад, и год чувствую себя игроком рынка, у которого есть обогатительные фабрики, официально купленные, имеющие официальную форму покупки, имеющие объемы переработки тех же государственных углей, помимо государственных своих частных углей, и продолжающие работать на этом рынке. Ничего не поменялось с этого статуса. То есть демонизация или вопросы, связанные с тем, что кто-то за тем-то смотрит и так далее. Ну, так случилось. Я купил фабрики, и мы обогащаем уголь государственных предприятий. Что создает определенную волну разного рода толкований и так далее. Фабрики, там, ну, соответственно, как бы не я один хотел купить фабрики. То есть, да, это была как бы определенная группа лиц, которая там, и не одна, которая хотела их приобрести. Окей, а какая разница между бизнесменом и смотрящим? Смотрите, ну как бы смотрящий это все-таки человек, который как бы контролирует то, что ему не принадлежит, так? Так, мне например, державные предприятия, Державные шахты, державные вугельные объекты. Да, соответственно, есть факт, который является, то есть что делает смотрящий, да, ну в таком в общем понятии, которое кто-то выдумал в этом, в этом мире, да, или в мире журналистики, или в мире угля, или и так далее. То есть смотрящий, какая его роль? Он должен разрешать что-то, запрещать или еще что-то? Тут какая форма? Він просто розставляє кадри і використовує, власне, державні об'єкти для розвитку свого бізнесу. Какого именно своего? В чем ви видите развитие моего бизнеса, лично моего бизнеса, если я расставил какие-то кадры? Или могу расставить эти кадры? Наприклад, ви можете домовитися про постачання вугілля на Центренерго, якщо контролюєте шахту і маєте людей в Центренерго. Смотрите, ми від шахт перескакуємо в Центренерго. Центренерго – це государственна компанія, яка на протязі останніх років показувала доволі такі хороші результати фінансової діяльності. Так? Ну, так. Є дві форми роботи з Центренерго. Центренерго может, согласно закону о госзакупках, это вопрос к депутатам и о наличии коррупции, да, то есть есть четко прописанный пункт 4.1 в законе о госзакупках, что для теплоэнергогенерации не требуется структура прозора для покупки углей, да? У меня вопрос, почему? И в нас питание. У меня очень большой вопрос, почему? Но Центренерго, идет совершенно по другому пути. Она выставляет лоты на энергобиржу и покупает с биржи, с биржевые контракты, в которые участвуют все, совершенно все. И ДТЕК, и выставлялись мы, выставлялась ДВП. Вот такая была схема работы. Зараз Центренерго купляє вугілля з шахти Краснолиманська, ваші вугілля, фактично? Смотрите, у нас був контракт. Контракт був підписаний з Центренерго спотовий, учитывая как бы нестабільну роботу в последнее время Центренерго з тим, що НКРЕ не давала определенный тариф для успішної роботи Центренерго. Центренерго обратилась к компаниям с целью снижения стоимости. То есть цена 2800, она не была конкурентоспособна на рынке для производства генерации электроэнергии. Был предложен встречный контракт о том, что
мы готовы рассмотреть снижение цены, но контракт должен быть на год. Тогда можно, можно говорить о снижении цены. Был подписан этот контракт. В результате как бы мы грузили до момента, до 15 числа этого месяца, насколько я знаю, трейдеры работали, пока не наступили сроки оплаты за продукцию. Потому как сроки оплаты продукции там порядка там, 40 дней. Ну, отсрочка платежа по Центренерго. Центренерго сегодня не платит деньги, соответственно, Красная Лиманка не грузит туда уголь. Тобто змінилося керівництво на Центренерго, і вашому бізнесу вже стало важче торгувати? Мені взагалі совершенно не тяжело торгувати. Совершенно не тяжело торгувати. Ми зараз же торгуємо точно так же, тільки в другому направлінні. Ну, клієнта у вигляді Центренерго у вас немає. Не з Центренерго. Да? Ну, не з Центренерго. Чому? Тому що вони перестали платити гроші. Тобто є. Смотрите, основна точка. Давайте так. Да. Є ли зв'язь між зміною менеджменту на Центренерго і тим, що вони перестали платити вам гроші? Я не... Смотрите, Центренерго на сегодняшний момент необходимо искать поставщика угля с очень дешевой ценой, очень дешевой, для того, чтобы выровнять работу. У меня к вам вопрос, для того, чтобы вы понимали, там, контролирую я Центренерго, не контролирую Центренерго. То есть Центренерго мне должно, ну, нашим компаниям, трейдерам, должны деньги, и которые они были должны при старом руководстве. И объем этих денег долгов был очень большой. Тогда у меня возникает вопрос, если я контролирую Центренерго, почему я, мне не заплатили долги? Вы можете мне объяснить на этот вопрос? Ну, смотрите, Крючкову-то тоже должны, и у него наоборот в том был и план. Ну, то есть, я, честно говоря, просто не знаю, как трактовать ли задолженность Центренерго перед вашими структурами, да, как нечто свидетельствующее об отсутствии влияния, а не о все еще тех же планах выйти на приватизацию Центренерго, например. Да, причем долги Центренерго к приватизации, это разные две вещи. Я как бы там читал там интервью Крючкова «Украинской правде», о каких-то его долгах, там, которые существуют. Ну, этих долгов там довольно-таки мало. А перед вами сколько вам должно Центренерго? Ну, порядка миллиарда. С попередним керівником Центренерго Олегом Коземком часто встречалась? Я с ним часто встречался, когда был еще в Кабмине. Тогда были часто встречи. То есть при Ващевском, когда я был советник премьер-министра по АТЭКу, и транспорту чаще встречались. То есть до того момента, когда он еще возглавил компанию. Вообще, соответственно, ну, как бы встречались. С того момента, когда он очолив Центренерго, а вы стали когда он очолив Центренерго, мы с ним встречались, я не скажу часто, но встречались. Ну, что значит в вашем понятии часто? Там, раз в неделю, раз в месяц. Что, что бизнесмен может вырешивать с керівником державного бизнеса? Смотрите, у меня с ним личные отношения. Просто личные хорошие отношения. Я его знал до того момента, когда он стал керівником Центренерго. Я с ним не обсуждал никакие коммерческие вопросы, я не собираюсь и сегодня с ним. Я и сегодня с ним могу элементарно встретиться и посидеть, просто поговорить. Я знаю его детей, я знаю его семью. Но он уже не керует Центренерго. И это не означает, что я не встречаюсь с ним и не имею права с ним встретиться. Это передергивание фактов. Навряд. Дивіться, до питання того, що цю термінологію про смотрящого вигадали журналісти. Власне, журналісти, скоріше, лише транслюють меседжі від учасників процесу, тих, хто всередині, тих, хто, власне, і називає вас, і називав вас смотрящим, наприклад, шахтарі. Вони говорили про це публічно, говорили під відеозапис, говорили в Міністерстві енергетики. Можемо зараз послухати. Звісно. Кропачев говорит, да не сыте, ребята, будете работать, как и работали. Я скажу, будете работать. Знаю, кто это такой, да, смотрящий по нашему региону. Это слова ваши, которые передают в Минэнергетике. И это же не возникает на пустом месте. У меня вопрос, кто это? Это представник однієї з вугільних шахт державних. І у нас зустрічне питання, що ви могли казати шахтарям чи представникам профспілок на шахтах і чому? Смотрите, давайте начнем с того, что, первое, я не знаю этого человека, я с ним никогда не встречался. Во-вторых, как бы я с профсоюзами общался последний раз с Турманом. Почему общался с Турманом? Турман был три каденции, две или три каденции депутатом Верховной Рады в городе Торезе, откуда я. То есть мы занимались предвыборным штабом и выборами гражданина Виктора Турманова депутатом Верховной Рады. И несколько каденций. Поэтому с ним я общаюсь.
Это нормальное явление, и нет ничего. Больше с остальными шахтерами, профсоюзами тем более, я не общаюсь совершенно. Я общался по 52-му округу. Я смотрел, мониторил, была история, мне был интерес баллотироваться. Но если бы выборы были в октябре, я бы баллотировался по 52-му округу. По 50-му я у себя не видел смысла баллотироваться, потому что очень большая там конкуренция, были моменты, и меня там не очень хорошо знают. Ну, Красного Лиманка не дает возможности мне баллотироваться. Вот это как бы там основа моих разговоров. Был интерес у меня с первыми руководителями, это относительно Южно-Донбасской. У меня интерес к этим объектам есть, то есть я не исключал, я не скрывал, я как бы, мне интересно эта шахта, ее купить. Но я в интервью несколько раз заявлял, дайте форму выкупа. Вот дайте, я готов купить эти шахты, вложивать туда деньги. У нас есть оборудование, любой спектр оборудования горно-шахтного у нас есть. То есть компания, мои партнеры китайцы, мы готовы влаживаться деньги, и мы влажимся. И на сегодняшний момент государственные предприятия нам еще должны за поставленное оборудование. Я маю гипотезу, про що ви могли говорити з шахтарями. Для цього потрібно розуміти, як вибудований ваш вугільний бізнес. На прикладі шахти Краснолиманська. Це державна шахта, прибуткова, і раптом з'являється приватна фірма, яка просто віджимає пласти державної шахти і починає там заробляти. Так виглядає цей бізнес. І, напевно, що шахтарі державної шахти мали би цікавитися, а як же тепер вони будуть заробляти? От це відео, яке ви показали, це... Це не з Краснолиманки, а по інших шахтах, але моє питання про Краснолиманку. Давайте ми скажемо так, для того, щоб ви поняли, що вам скаже Краснолиманка, я вас приглашаю приїхати на Краснолиманку, спуститися в забой, якраз буде відкриття нової лави, и вы снимете там репортаж, который пообщаетесь со всеми, с профсоюзами и так далее. Показательные поэтому, выступления. Не, показательных выступлений речи нет. Смотрите. Смотрите, ООО «Краснолиманская» было создано не мной, было создано очень давно. Безумовно. И оно работало... Вы его выкупили. Да, я его выкупил, да. За 25 миллионов гривен. У оточения Януковича. Никакого Януковича там нет. Оточення, я сказала. Що таке? Ви вважаєте Гуменюк? А ви вважаєте Гуменюк, це оточення Януковича? Не будемо з цього приводу сперечатися. Ви просто викупили приватну компанію, да, яка віджала у держави вугільні пласти. Власне, що отримала з цього держава? Навіщо було державі віддавати пласти державної шахти приватній компанії? Що на цьому отримала держава? Компанія у Краснолиманська була організована у 2003 році. Коли ця товка почала працювати там, 2003. Коли прийшли ви? Я? Ну, вона не працювала певний час після 2014 року. Услышав, о чем ваш вопрос. В 2014 году шахта була захвачена батальйоном Дніпор-1. Були там буремні події, так? Да, і, відповідно, ту шахту до... августа, по-моему, 16 или 17 года просто-напросто уничтожили полностью. То есть шахта перестала добывать уголь, и она добывала уголь в размере 10 тысяч или 15 тысяч тонн в месяц. Вы можете взять любую статистику и посмотреть. Не было не произведено никаких выработок, не было не произведено никаких новых лав и так далее. То есть не завоза нового оборудования. То есть фактически за 4 года уничтожили предприятие, как и частную сторону, так и государственную. Поэтому вы мне извините, о каком идет убытке для государства. Люди перестали получать заработную плату, и стала задолженность. Когда мы выкупили и запустили ООО заново... Я думаю, что вы трошки манипулюете, бо державна шахта до того, як ви прийшли в приватну компанію Краснолиманська, чудово продавала вугілля тільки іншим смотрящим, бо тоді називалися інші прізвища. Тобто це робила державна шахта, не приватна компанія Краснолиманська, а державна шахта добувала вугілля, продавала компанії торговий дім «Ресурс», записаний на помічника Трегубенка, і чудово торгувала. Тобто торгувала яким углем? Марки «Г». Яким? Чого производство? Це державна шахта Краснолиманська. Ще раз, уголь чий був? Її? Ні. Її? Ні. А чий? Це уголь був ООО, яке було захвачено. И уголь был ООО. И по этому разбирательству эти люди сегодня находятся под уголовным
следствие. Так. И идет уголовные дела. Поэтому как бы вот в этом вопросе я рекомендую вам разобраться намного глубже. И тогда уже не манипулировать здесь, а действительно как бы получить правду. Давайте-ка я попробую описать полную картину. Итак, у нас есть госпласты за копейки, полученные ООО, выкупленным вами впоследствии. А теперь госшахта продавала, как вы говорите, уголь ООО, который все равно, в общем-то, изначально работает на ее пластах. Я предположу, что вопрос Алисы был связан со следующим. Вот у нас есть госшахта. А как предприятие, как там ресурс. Да? Зачем вы там? Она нормально работала и до того. В чем для государства добавочная стоимость появления там в 2003 году ООО? Что оно принесло? Что это дало бюджету, что это дало шахте. Фактически был определенный комплекс, существовавший уже на тот момент, да, и комплекс с хорошими, насколько я понимаю, запасами угля. А пришли ребята, как бы завели контору, сели, паразитировали, простите мне эту характеристику, столько, сколько могли. Потом немного поменялось, так сказать, политическое настроение. Этот виртуальный отчасти актив, право добычи, выкупили вы. Честно говоря, я не совсем понимаю. Давайте я вам двумя тезисами. Первый тезис. Давайте. Еще. Есть, мы же можем с вами равнять там, наш не монолог, а диалог. Да? Конечно, есть, конечно. Есть Мирноград уголь, да? Да. Есть Селидов уголь. Два государственных предприятия, которые никоим образом, по мне, частных структур, нету ничего, и они не балансируют. Они каждый день, каждый месяц тянут с бюджета страны деньги. Угу. Каждый божий день. Что касается непосредственно моей покупки данного объекта, то, что было до меня, и это обсуждение не со мной, я думаю, вы должны пригласить в студию тех людей, кто это делал, как это происходило и так далее. Я вам говорю, как я туда зашел. Я выкупил актив, чистый актив, на котором есть свои выработки, прошедшие своими частными силами, подготовленные лавы, завезенное свое оборудование и добыча угля. Шахта Краснолиманская, как ООО, как ИГП, в полном объеме получает заработную плату, компенсирует все затраты и не берет с бюджета страны ни копейки. Это той добавочной стоимости, что получило государство. А государство получило то, что не надо влаживать туда деньги. Ну, кто-то может зарабатывать деньги, но мы все созданы, то есть мы занимаемся коммерцией. Коммерция создана для того, чтобы платить налоги в государство, как вы сказали, и получать результат, финрезультат, все. Мне просто анекдот вспоминается про как-то период первоначального накопления капиталов, когда там, миллиард я заработал на нефти, да, миллион я заработал на ритейле, за тысячу я уже отсидел. Да? Ротшильд говорил по-другому, говорит, я могу мечтаться любым. За любой миллион, кроме первого. Не, за любой доллар. За любой доллар, кроме первого миллиона. Так вот. Первичное накопление давно прошло. Ситуация, когда вы приходите там, на актив, который по сути своей просто отжатый когда-то шустрыми ребятами право пользования частью госшахты, ну, да, окей, вы можете сказать, а вот эта часть не ко мне, но, честно говоря, это не делает картинку намного привлекательнее. Это с вашей точки зрения. Ваше субъективное мнение, которое как бы вы имеете на это право сказать. Ми тут буквально перед записом програми прочитали новину про те, що в спортклубі «П'ятий елемент» обшуки, а ви про неї дізналися коли? Про обшуки? Да. Когда вы прочитали? Так само, да. Кононенко написал вам ничего? Ну, у меня нет отношений с Кононенко. Он не может мне писать, потому что у нас нет никаких стосунков. Но то, что мы два раза встречались с ним на день рождения у министра Насалика, ну, это не означает, что у нас с ним отношения. Ну, какие-то там два стола конференции и так далее. Не более, не менее. Я еще раз говорю, история... Тобто фразу «я від Кононенко» вы никогда не говорили? Кому именно?
Хоть кому? А от какого Кононенка? Їх же два. Один з СБУ. Тобто, як говорили все ж таки, чи як? Ну, я іронізую. Може, закінчимо вже інтерв'ю, ви мене вигоните, скажете, все, ви надоели, ви не інтересен. Я ще раз об'ясняю. Я не розумію, чому... Я розумію, чому все це зв'язано, тому що фамілія Кропачев, да, вона по своїй суті дуже, як би, ну, там, маленька, нікому не інтересна. Для того, щоб далі все це трансформувати і роздути якусь історію, треба притягнути якусь фамілію. Хто у нас? У нас от... По одному делу должна быть одна фамилия, по другому делу другая фамилия. Я еще раз говорю, я никогда в жизни, ну, своей, я не пытаюсь скрываться от правоохранительных органов. Многие говорят, что меня нет в стране, это я вывез там семью, я уже уехал, убежал и так далее. Я здесь, я готов к любому диалогу, я любом, к любому вызову в любую организацию и готов ответить на все вопросы. Мы ничего на протяжении всего времени, нашей работы, и сегодняшние, и предыдущие, и на старом месте жительства, мы ничего не украли. Мы постоянно платим налоги. Господин Беляков, которого сейчас называют новым смотрящим, будем уже использовать этот термин. Старую терминологию. Старую терминологию, да, на новых лицах. А его роль в отрасли сейчас какая? Я пока не понимаю. Я читаю то же самое в прессах, что и читаете, я думаю, вы. Это все одинаково. Да, этого человека я знаю. Это топ-менеджер Александра Викторовича, то есть мы знакомы с ним были и до... Александра Януковича. Януковича, да. То есть мы были с ним знакомы, когда он руководил в Донецке всей группой компаний. Ну, зараз навряд ли він креатура Януковича, а кого? Я, ну, из прессы то, что пишут, да, там очень масса всякой ерунды. Мое мнение, как бы, ну, он как был креатура Александр Викторович, так и остался креатура. Вот это его топ-менеджер, человек, на котором записана была масса активов, который активно работал на него. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что вряд ли Александр Викторович сейчас обладает ресурсом, который... Административным ресурсом. Вытащить, да, вытащить господина Белякова из шкафа, стряхнуть с него пыль и ввести его по новой в отрасль. Смотрите, то, что это топ-менеджер Януковича, это однозначно. Каким образом его ввели в, сегодня в действие, если его действительно ввели, ну, технически, учитывая, что на Центр Энерго появляется Уваров, а это его, как бы, креатура. Мы это понимаем, и Потапенко, это его люди, изменения в Держвуглепостаче, и это все его люди, то это, ну, как бы он. А кто его завел, ну, это как бы есть СБУ, есть НАБУ, пусть разбираются. И есть человек, занимающий одну из крайне значимых позиций на рынке, и он не знает, что произошло в последний месяц? Это я о вас сейчас. Смотрите, ну давайте вы не будете мою роль. Я занимаюсь, у меня есть четко мой бизнес, который занимается переобогащением угля для государственных предприятий, для частных предприятий и добычей угля, и реализацией. Вот я этим занимаюсь. Если Центр Энерго сегодня не нужен уголь Краснолиманки, ну это не проблема, значит он не нужен. Им нужен уголь ДТЭКа. ДТЭК заключился договор с Центр Энерго, и они работают. Я сейчас не про Центр Энерго конкретно, да, и не про закупки угля. Я про то, что... Уверен, вы читали, что в офис господина Белякова в последнее время активно ездили представители руководства госшахт. Да, некоторые после этого получили, остались на работе, некоторые были сняты. Насколько вам известно, это правда? Туда ездили эти люди? Да. Почему они туда ездили? Значит, есть такая форма общения у них. Окей. До... этого. Эти же люди ездили к вам на Богдана Хмельницкого. Ну, не совсем так. Ну, но... не совсем так. Не сейчас, но по номерам машин могу иногда сказать. Ну, не совсем. Вы пытаетесь опять это как-то скрестить. Я пытаюсь понимать общую картину. Вот общая картина... они ездят к нему почему-то. До этого они ездили к вам почему-то. Окей, предположим, тут есть разница, но смотрите, в чем она? Ко мне уже на протяжении там какого-то периода времени никто никуда не ездит. Я знаю, у вас даже ворота закрыты. У вас вообще там... На протяжении, там, я уже не помню, когда крайний раз я кого-то видел из руководителей. Меня интересовало, было два объекта и два округа на выборы. Все, вот это меня интересовало. Все остальное, оно работает в рабочем режиме. Но на каждом предприятии есть свои люди, которые топы, отвечают за свою деятельность. Идет бизнес,
все. Если сегодня, там, кого поменяли в угольное утро, я не могу вам не сказать, что я не вижу, кого поменяли, кого не поменяли, я это вижу, да, есть, существуют определенные замены, но в то же время не поменяли тоже массу людей, они остались на своих местах. Ваших людей заменили здесь? Моих людей? Да. Ну, я бы не сказал, что где-то были мои люди. Здесь забавный момент, да. Потому что из того, что мы видим, да, окей, видим в там, отраслевой прессе, поменяли-то именно тех людей, которых раньше ассоциировали с вами. Да, их там 5-6 человек, не возьмусь назвать. Ну, кого именно? Ну, вот, давайте как бы предметно будем говорить. Не вопрос. Так, Коземко, понятно. Вода. Давайте по каждому человеку пробьем. Коземко. В какой період времени Коземко назначили на Центренерго? Головне, що він там був, а тепер звільнений. Подождіть, ні, подождіть. От Коземко був, ви ж какой-то отдаєте мені там період, що я розставляв кадри, правильно? Ні. А як? Давайте, не тот самий. Розставляти кадри. Как, давайте тоді будемо формулювати, як вам угодно. Ні, мені подобається формулювання «розставляв кадри». Все. Да. Ти можеш щось відредагувати, звичайно. То що, Коземко не ваш? Але ви вже сказали, що ви його давно знаєте, у вас давні історія стосунків. Я вам, але не ви поставили його на Центренерго, так? Я Коземко знав до моменту його назначення на Центренерго. Так. І... А участі у його призначенні ви брали чи ні? Нікакої. Жодної. Нікому не радили, що це непогана людина. Ні. Кононенко, наприклад. Не говорили про Коземка нічого? Нікому не говорили на тему, нікому. Добре, про тих, кого звільнили нещодавно ще. Юрій Корнієв. Корнієв, так, да, він працював на Красной Лиманке. Я не можу сказати, що це чоловік, який как бы... Ну, он ассоциируется, учитывая то, что он работал на Красной Лиманке, но он просто хороший специалист, а учитывая проблемность ситуации была на Мирноград-Ухле, он министр как бы пригласил на собеседование, его назначили туда. Ну, назначили человека. Тобто людина з вашої шахти пішла працювати, да, в, да, Мирноград-Вугілля. Да. И это вызвало определенную бурную историю о том, что вот непосредственно как бы там Красная Лиманка расставляет людей туда. Но людей в угольном секторе, поверьте мне, специалистов не так много. Дальше. Водопьянов. Водоп'янов. Угу. Його, во-первых, как бы ніхто не поміняв. Лишається там саме. Там за прислали... даними економічної правди... Жиленко. Смотрите, туди прислали Жиленка, которого не пустили даже на територію предприятия і вигнали оттуда. Ну, але ж прислали. Ну, прислали і вигнали, да. То есть трудовий коллектив все-таки має какое-то значение, профсоюз має. Ну, это мы говорим, мы же мониторим все прессу и смотрим, что происходит. Тобто вот так... зараз там залишається ваша людина? Не является Водопьянов моим человеком. Ну, смотрите, то есть я как бы всегда смотрю в конечную точку. Вот что сделал Водопьянов, из-за чего гражданину Кропачеву стало жить легче, или он взял, где-то украл деньги, нарушил закон. То есть чем Водопьянов помог мне нарушить закон? Вот есть такой факт? Слухайте, це вже реально деталі. Ми вже домовилися говорити, чи є зв'язок між вами і цією людиною. Смотрите, ні зв'язку між цими людьми. Я вам говорю, по Мирнограду углю назначали Корнієва, його назначали з шахти Красный Лиман. Это вызвало определенный ажиотаж. Все. Я бы спросил несколько иначе. Представим себе, не вопрос, что эти люди... просто по какой-то причине, возможно, надуманной, да, в СМИ, да, причем, в общем-то, в отраслевом, скажем так, СМИ, да, в молве народной ассоциируются с вами. Так это или не так, пока опустим. А как только приходит непонятный новый персонаж, к которому почему-то ездят собеседоваться руководители госшахт, именно тот набор людей, которые ассоциируются с вами, меняется на новых лиц. Настолько новых, что их иногда не пускают на предприятие. Мне кажется, это все-таки дает основание предполагать, да, что кто-то, активно входящий и берущий под контроль отрасль сейчас, что-то знает про этих людей. Смотрите, я вам отвечу по-другому. Если бы меня министр, да, то есть я задал мне вопрос о каком-то проблемном предприятии государственного сектора, да, я бы однозначно Корнееву посоветовал бы ему стать на Мирноград-Уголь. Объясню почему. Потому что он просто-напросто профессиональный человек, человек, у которого есть репутация,
человек, которого уважают в коллективе, человек, который может добывать уголь, и который он это доказал. Чем это стало лучше для Кропачева, не знаю. Для Кропачева только хуже. Ну, реально. То есть, как бы забрать человека-профессионала, там, это такой момент. Я вам примерно ответил на ваш вопрос. То, что касается смены руководства в отрасли, она может меняться как угодно. Пусть любого человека ставят на должности. Для этого есть министр, есть персональная ответственность, не его лично. За любые кадровые назначения, за любые изменения. И фактически за работу отрасли. Моя основная как бы, задача и мой основной интерес. Мне интересно, чтобы государственные предприятия добывали больше угля. Это мой основной интерес. У меня больше объема переработки и больше как бы заработок. Все. Окей, как вы оцениваете вот эту линейку назначений? Ну, как мы оцениваем действия президента? Он, президент должен что-то для начала сделать, потом ему можно обсуждать. Так же самое, назначили людей. Ну, пусть эти люди что-то себе покажут, да? Ну, то есть мы посмотрим, какая будет добыча, какие будут планы. И дальше будем о чем-то как знаете, бы говорить. Мне показалось, что историю о том, как одного из новоназначенных не пустили на предприятие, вы пересказывали с нескрываемым удовольствием. Ну, то есть? То есть вы говорите, что на рынке людей мало, да, а вот эти новые люди, они известны, у них есть репутация, они сделают лучше, они сделают хуже. Я про Пожиленко просто знаю ситуацию, связанную с тем, что... Ну, у человека есть уголовное дело, которое как бы там не закрыто. Его просто не пропустили. У кого нет уголовного дела? Смотрите, отсутствие уголовного дела у вашего партнера свидетельствует о его низкой деловой как бы, активности. Да? Вы об этом имели в виду? Что-то типа этого. Нет, я еще раз объясню. У меня нет тут никакого неудовольствия. У меня как бы удовольствие одно. Когда есть стабильная рабочая отрасль, для меня это приятно. Почему? Потому что я знаю... Ну, не я, мои там работники знают планы работ, объемы поставок, объемы отгрузок. То есть это все работает в каком-то отлаженном уже цикле, спокойном и так далее. А сегодня немножко отрасль дисбалансирует. Плюс создаются какие-то моменты, что я кому-то мешаю. Я вообще никому не мешаю. Мне не интересно никому мешать. То есть каждый должен заниматься своей работой. Есть министр, целый министр у нас есть. Ну, плохо, что министр ушел в отпуск там, в связи с его предвыборной там, агитацией там, за себя. Что, он, Беляков работает за двоих, я так понимаю? Ну, возможно. Мы скоро это все узнаем. Смотрите, я хотел апеллировать. Вот если у меня будет встреча с Беляковым, и он скажет, что там, я сегодня вот, везде я, на основании, вот у меня есть там, грубо говоря, мне вот, поручили от этого человека, ах, какого там... товарища Саахова, да, там, как бы, да, мне дали возможность управлять этой отраслью или еще какую-то историю он мне выдаст, там, ну, тогда я вам четко скажу, вот да, я встречался с человеком, он мне говорит, это мое, теперь я буду, как бы, вот этим руководить на основании чего-то, бред. Есть на сале, сейчас придет новый министр, посмотрим на новое правительство. Нет, стоп, секунду, ну, бред-то оно, конечно, бред, да, но 5 минут тому назад мы сошлись на том, что руководители госшахт ездят к Белякову. Да, и сказали, да, смотрите, мы в это охотно верим. Почему они к нему ездят? Смотрите, какова его роль? Пресса говорит о том, что к нему ездят. Есть какие-то фотографии, есть какие-то там еще моменты. Я еще не видел ни одной фотографии, где Беляков стоит с руководителем какого-либо предприятия, которого либо назначили, либо действующего. Ну, у вас есть эта фотография? Или видеоматериал? Нет, у нас есть ваша цитата, сказанная 10 минут назад, где вы подтверждали, что у вас тоже есть такая информация. Не у меня информация, только из СМИ. У меня есть информация из прессы, из общего пула людей, которые в угольной отрасли, да, там, ну, у нас не так много, которые, да, говорят, что есть Беляков, топ-менеджер, который что-то затеял. Все. Чим пояснити те, що він, можливо, став новим смотрящим? Чим, яким прізвищем це пояснити? Пока непонятно. Добре, ну давайте тоді прямо пишуть у зв'язку з цією новою ролью Білякова прізвище Коломойського. Ви бачите там зв'язок якийсь, інтерес? Ну, і у вас ще Ігор Валерійович був в ефірі, наскільки я пам'ятаю, ви з ним о чому-то говорили там. А зв'язати цих двох людей, ну, совершенно різні люди. Ну, по всім критеріям, мировоззрению, статусу і так далі. Чтобы он с ним имел какую-то связь, сомневаюсь. И это не в его интересах? Я не знаю, в чьих интересах, но интерес у Коломойского один. Ему интересен... тут можно, ну, много факторов, которые зацикливают эту вещь вокруг Игоря Валерьевича. Да? То, что они начали покупать электроэнергию на Центр Энерго, по
какой-то цене там, и так далее. Центренерго начинает проседать в доходной части безумно, да, там по и так далее. И это все создает какой-то определенный ажиотаж. Но нет у меня, понимаете, как бы я не хочу говорить того, чего я не знаю на 100%. Но если я встречусь с Игорем Валерьевичем, я задам ему вопрос и получу, думаю, ответ. Скажу, ему сказать, да, это мое. Да, я могу сказать, да, это его. Скажите. Тоді скажете? Конечно. Можете так сказати, конечно. Якщо ви зустрінетесь? Почему нет? Які кардинальні змінення или некардинальні змінення в отраслі ви, як ігрок, ожидаєте в ближайший год, наприклад? Може, є какой-то проблем? Я считаю, что как бы в ближайший год сегодня команда при создании нового кабинета министра примет решение все-таки о списании долгов, которые накопились в угольном, государственном угольном секторе по электроэнергии, и выставят все государственные предприятия на продажу, для того, чтобы не тянуть бюджет на их содержание. Это единственная форма, которая возможна из тех предприятий, которые осталось. Часть заберет этих предприятий, скорее всего, ДТЭК, потому что им уже интересны некоторые предприятия. Потому что буквально там год назад Сургая и Южно-Донбасская первая, они лежали полностью, не имея никакого интереса ни для кого. То есть сегодня они как бы предприятия, которые немножко развились и имеют очень хорошую как бы, там, перспективу на развитие. Я вижу только в этом. Будут продавать. И все на это настроены. Вот это как бы основное. Если вы еще, будете купляты? Да. Если все-таки придет новый министр, если будут услышаны некоторые предложения, которые звучат очень давно и с моей стороны. То есть я в угольном секторе давно, я работал на государственной части, в Торизонтрацит первым заместителем генерального директора. Я 4 года был руководителем фактически фабрики. Там, конечно, то есть у меня есть определенный преференс, который я уже прошел в этом секторе, я его знаю очень хорошо. И есть конкретные предложения. То есть я не хочу ничего ни у кого украсть. То есть я хочу просто купить. Есть Селидоуголь, который мне интересен. Почему? Потому что там есть две фабрики, которые не загружены объемом. Я готов в Селидоуголь улаживать деньги. Готов оборудование давать и так далее. Я скорее о том, что вы высказывали такую серьезную уверенность в том, что как бы не изменилась политическая ситуация, каких бы антагонистов у вас не было, вы уверены в там, стабильном развитии бизнеса своего. Сейчас, когда ситуация изменилась, вы все еще уверены? Смотрите, как бы журналисты имеют иногда форму передергивать ответы. Да, там. На протяжении двух лет я создал такие условия, при которых есть пункт А, пункт Б. И что даже если в отношении меня начнется безумный антагонизм, мой бизнес будет работать в свободном режиме. Да, мы работаем сегодня в свободном режиме. Мы не поставляем уголь на центр энерго, и мы работаем. Мы ведем переговоры о покупке харьковского Коксахима части. Безумный антагонизм еще не начался. Ну, почему нет? Ну, как не начался? Уже начался? Ну, конечно. Ну, все а в чем? Везде выемки. Везде. Мы везде написали письма по нашим предприятиям, или которые связаны там, с нашими. Мы попросили, не надо обыски. Мы никуда не текаем. Там, дайте просто письма, мы вам все отдадим. Ну, все документы мы готовы отдать. Ну, не надо забегать, как забегали 24 января, создавали безумную там, какую-то там фееричную историю. Двое суток бегали по офису, хотя очень приятная компания. Честно скажу, Набу был приятно удивлен как бы и их поведением. Расскажите, где у вас Набу зараз похвален офиски? Потом. Что сейчас происходит? В чем безумный антагонизм? Ну, как везде, как бы изымают документы о каких-то предприятиях, там тут запросы. Отдайте документы. То есть тут везде проверки. Ну, вот. Это не антагонизм? Не знаю. Пока звучит как работа правоохранительных органов. Вот так правильно. А за счет чего как бы у нас сегодня антагонизм, видите, в чем? Что выйдет новый президент и скажет, там у нас заканчивается свободная коммерция. Там. Нет, смотрите, предположу, да, что в... Я не знаю, как оно сейчас, да, но в свете ваших ранее было, вы знаете? Сложных, вас могу подцитировать, в свете ваших ранее довольно сложных отношений с Александром Викторовичем, один из топов Александра Викторовича, активно входящий в отрасль, я не знаю, какие у вас с ним отношения, да, но может и вспомнить, так сказать, какие-то старые корпоративные распри. Возможно, кто-то, да, например, уже не у Александра Викторовича, а у Игоря Валерьевича, придет к выводу, что за предыдущие там, 5 лет вы слишком стремительно развивались. И вот тогда, как показывает
обзор предыдущих лет, да, начинается как раз безумный антагонизм. А вот в свете этого вы все еще уверены в том, что вас, выражаясь прямо, не порвут на части, не физически, в бизнес-смысле, а в ближайший год? Смотрите, как бы возвращаясь к антагонизму, который был при Виктора Федоровича, да, и который сопровождался разными рода моментами, очень разными. Mm-hmm. Поэтому как-то мы же отстояли свой бизнес, у нас ничего не забрали. И ситуация была довольно-таки, ну, это другая власть была. Что касается сегодня, ну, как бы никто ни от чего не защищен, мы будем работать, и уверенность у меня как была, так и есть, она никуда не пропала. Затронем эту тему еще через год. Ну, почему бы нет? Мы, может, раньше там затронем и так далее. Это же все быстротекущая вещь. Все меняется. Сенсации появляются, сенсации уходят и так далее. Иногда сенсации специально создаются. Это жизнь. Ваш стремительный взлет в... А в чем стремительный взлет? Вот, давайте как бы скажем. Вот была компания... Ну, класс! Давайте. Мы начали заниматься угольным бизнесом. Я начал заниматься в 98 году. В 1998 году. Это было первое начало бизнеса. Ну, самое начало это 92-93 год. Это первый. А уже 98 год. Это видобуток чи торгівля? Тобто, що у вас було нас до Краснолиманки? Что? Що було у вас до Краснолиманки? До Краснолиманки мы занимались непосредственно, как бы, у нас была обогатительная фабрика, у нас была шахта «Красная звезда», которую мы там довыкупили, это у нас в Торезе. Плюс у нас до 2004 года был большой объем именно скупки угольной продукции, ну, потому что рынок проседал, и мы этим занимались довольно-таки активно, в 2004 перестали заниматься. И фактически, как бы, торговля была углем связана, у нас крупная транспортная компания, которая обслуживала государственные, не только государственные, разного вида и шахты, которые находились на территории, ну, региональной, мы их обслуживали транспортные, они с нами, в частности, рассчитывались в объеме углем. Нам пришлось торговать этим углем. Не берем уголь, да, там берем там транспортную цепочку, да, да, там наш железнодорожный транспорт. У нас было там порядка там 170 километров пути, угу, свой полностью тепловозный парк и так далее, там с хорошим кэшем. Да, это было тоже разбросано на несколько компаний, которые управлялись. И момент, вот, ну, сколько эта компания могла стоить, вот, по вашему мнению? Понятия не имею. Ну, примерно, сколько стоит там километр железнодорожного пути? Я не знаю. Ну, в прессе звучит цифра, которую назвал Кравцов, это 2 миллиона евро километр. А? Да, ну, пускай берем миллион, да? Угу. Тогда спросим, как бы, 170 умножаем на миллион километров, сколько денег? Да хрена. Ну, вопрос на другом. Да, тогда скажем, я сюда приехал, я еще раз повторюсь, если вы обмыслите. Да, я уже все сам могу цитировать. Да, цитировать это можете, да. Поэтому еще раз объясняю, как бы, на момент моего появления, как бы, ну, не я виноват, что здесь появился. Так, а вы приехали с чемоданами кэша или как? Что случилось с вашим прошлым бизнесом и откуда взялись деньги на все остальное? Захвачен. Мы же работали, правильно? У нас же были деньги все-таки. Они же никуда не делись, правильно? Мы аккумулировались, у нас были активы, у нас было еще кое-что мы продали и так далее. То есть у вас не забрали, вы продали? Нет, активы забрали, но кое-что продали. То, что было оформлено, допустим, на мне, на аффилированных людях. Окей, то есть фактически у вас из всего этого, если мы говорим о деньгах, осталось то, что лежало в там, накоплениях, плюс, возможно, вы вывели какую-то оборотку. Основные активы потеряны. Это сколько? Потеряли? Нет. А сохранили? Тот невоз, на котором вы сюда приехали, это довольно, сколько? Довольно достаточно. Ну, порядок цифр. Ну, мне хватает. Вам хватает даже, чтобы обогатительные покупать. Да. Но порядок цифр. Ну, я же не про точную. Ну, там, типа, миллион, 10, 100, миллиард. Между 100 миллионами и миллиардом огромная дельта, и попадите хотя бы в нее. Ну, это некорректный вопрос. Не хотелось бы на него отвечать. Но мне хватило купить все то, что я купил. Людей, у которых есть деньги купить обогатительные или даже Центр Энерго, завсегда больше, чем людей, которым это позволяют сделать. И основной это вопрос не в том, были у вас деньги или нет, да, а основной вопрос в том, почему вы
Вот. И, собственно, весь админресурс и стремительность обогащения, которую, да, действительно, мы именно с ним увязываем, они сводятся же не к наличию средств. Сколько стоило обогатительное? Ну, я, шахта, помню, 25 миллионов, да? Меньше миллиона долларов. Вообще не сомневаюсь, как бы, что, ну, есть. Обогатительное... Фабрики? Да. Порядка там 150 миллионов. Ну, то есть, типа, 4 миллиона, боже, как приятно произносить это с легким оттенком пренебрежения, да? 4 миллиона долларов. 5. Есть предположение, что их продавали-то не всем. 5 миллионов долларов много у кого есть. Ну, это ваше суждение. Это даже не суждение, это факт. Как бы 5 миллионов долларов – это деньги, которые есть у многих. Обогатительные фабрики, смотрите, немножечко есть. Шахт и закупки Центр Энерго есть только у вас. И вот на этом административно-организационном дисбалансе и держатся все предположения о лояльности прошлой власти к бизнесмену и просто игроку на рынке Виталию Кропачеву. Смотрите, ну на Центр Энерго, если так уже глобально, мы в 2004 году грузили. Мы же никуда не девались, да. Все точно так же были прямые контракты, были прямые договоры. Даже фирмы можно те же самые поднять, которые грузили, но ничего не изменилось там. Ваш диалог, ваши вопросы, они полностью как бы вылаживаются вот, в то, что пишут, о том, что говорят, и о том, что там происходит. Но это не всегда есть правда. Ну, так получается. Ну, не всегда. Ну, і в принципі, саме... ми не дуже очікували, що ви скажете, що ви визнаєте, що ви були неофіційним куратором галузі. Тому... ви знаєте? Я вам чесно скажу, я думаю, ви там були уверені. Що ви так скажете? Да. Что вы просто скажете, ну да, типа, я был... Я ушел, да? Я был смотрящий. Все было хорошо, ребята, до свидания. Привет, Белякова, да? Нет, на это никто не рассчитывал. Я хотел скорее сказать о том, что да, возможно, когда ты смотришь на это все дело изнутри, ты лучше видишь разницу в деталях. Да, и то, что выплескивается там в СМИ, какие-то... моменты взаимоотношений, да, какие-то имена, они могут не совпадать. Но я не помню, на самом деле, случая, когда общий контекст был бы кардинально иным. Когда писали про дела Александра Свет Викторовича, общий контекст был «Януковичи захавали отрасль». И скажите, что это было не так. Угадали? Угадали. А вот общий контекст за последние 5 лет. Да, Кропачев съедает отрасль. А общий контекст сейчас, люди Януковича заменили Кропачева и будет передел. Я не знаю в деталях, какой он будет, но как-то пока не промахивались вроде с настроением. Ну, вы же всегда держите руку на пульсе. По поводу активности правоохранительных органов, по каким компаниям, по каким делам? Там есть юридические компании, они занимаются. Пусть я меня туда даже не... Никак. Мы с вами не знаем, о чем мы с вами судимся, но мы судимся, да? А, да, но у нас как-то без обысков и выемок, а вот за не, тем, подождите, что... как бы там выемки начались же, условно, сразу после вашей передачи. И на основании, дальше все, и все письма пришли на основании, что вот Бігус написал и показал, и как бы вот, ай-яй-яй. Але справа НАБУ стосується зовсім інших епізодів, про які ми взагалі не говорили. Тобто ми говорили про шахти, збагачувальні фабрики, а справа НАБУ стосується обладнання для шахт, так? Ми взагалі не чіпали цю тему. Я вам взагалі можу показати письма, які вони нам пишуть, і там вони пишуть отак. І те, що ви казали, і те, що ви не казали. Хто зараз пише, що вони від вас хочуть? Там є юридичні компанії, які представляють наші інтереси. Ну, це ті ж старі діла. Антикорупційне бюро і стара справа, чи да, це да, щось нове? Да. Окей, раз уж мы, кстати, затронули старое дело. Насколько я помню, претензии НАБУ о том, что некое гнездо юрлиц, поставлявших А, дорого, Б, некачественное на госшахты, сидели в вашем офисе и оперировали всей своей деятельностью оттуда. Вот, кстати, это одна из форм того взаимодействия, которая приводит к тому, что вас определяют как смотрящего. Это ваша компания?
провели следственные действия, не нашли ни одной компании, которая у нас участвует, не нашли подтверждения. Компания это в данном случае папка с документами. Ну, так их надо было найти. Документация отправлялась, насколько я помню, установила на БУС с компьютеров из вашего офиса, но папки не нашли. Смотрите, ну вот вы говорите, пока апеллируя, просто общая информация. Ну, а есть фактаж? Да, и в чем фактаж? Фактажа в том, что как бы провели обыски. Да. В результате к гражданину Кропачеву никаких претензий, поэтому я не занимался никакой незаконной деятельностью. И я никакого отношения к поставкам оборудования не имею на государственные предприятия. В том числе компания «Сани» – это совершенно отдельный юридический как бы там объект, который ведет свою отдельную хозяйственную деятельность. Все, точка. Я не занимаюсь поставками никакого горно-шахтного оборудования на государственные предприятия и не занимался. Ни одна моя компания в этом не участвует. Хорошо. Почему тогда НАБУ устанавливает, что тендерные предложения, насколько я помню, с тех юрлиц, к которым вы не имеете никакого формального отношения, отправляются с компьютеров вашего офиса? Что к вам приходили-то? Потому что айпишечки, все дела. Подождите. Обыск проводился в здании. Да. Обыскивали все компании. Это ваше здание, насколько? Да, начиная от моей компании, которая вообще нигде там не фигурировала, заканчивая компаниями, которые занимаются вообще совершенно другим видом деятельности. То есть и транспорт, вот прошлись по всему зданию. Основание чего тоже непонятно, но мы как бы не стали переживать на эту сильную историю. Ну, хотели люди, пусть прошлись. Результат действий, которые... Чем закончилось это все? У вас есть какая-то информация? Я не знаю. Я не знаю. Ну, не знаю. Меня не вызывают ни в НАБУ, никуда. Меня не вызывали. Меня не спрашивали ни о чем. Окей. И что это за юрлица, вы вообще не знаете? Вообще. Просто какие-то люди, типа... Смотрите, мы когда офис покупали... Арендовали комнату. Смотрите, там мы когда покупали, заходили сюда, в этот офис, там было порядка там, 90 там, договор аренды и так далее. Мы всех за протяжении какого-то периода времени, мы всех оттуда убрали. Все. То есть нет никого. Есть компании, которые только мои. Так в том же вся и интрига, что в тот момент, да, вы до этого-то заявляли, что это ваше здание, там все ваше, и при всем при этом какие-то непонятные компании, к которым вы не имеете никакого отношения, по странному стечению обстоятельств, работающие как бы в той же сфере, поставляют оборудование, отправляя тендерную документацию из вашего офиса, в котором их быть не должно, в этот самый. И оборудование это идет на шахты, контроль над которыми вам приписывают. Дивная ситуация, звучит очень как бы кошмарно. Отвечу вам просто без всяких моментов. Первое. Не занимаюсь поставками, не имею никакого отношения к этим фирмам. Эти фирмы не подтвердилось ни одно то, что как бы там было как бы сказано во всех постановлениях. Когда эта информация не подтвердилась и не является достоверной. Документы не отправлены. Но у вас продолжаются выемки и обшуки. Это совершенно по другим вопросам. У нас есть новое заявление народного депутата Бондарь, по-моему, Михаил, да, есть такой, львовский. Он написал очередное заявление во все антикоррупционные и органы там, государственные, там, ну, которые проверяющие, с целью там, написал массу каких-то там фактов, которые надо проверить. Ну и все на основании этих фактов сейчас проверяют. Это он еще до президентских написал, чи уже после? До президентских. Я прошу, чтобы закрыть как-то и подытожить предыдущий блок. По состоянию на сейчас... Вот того самого безумного антагонизма, о котором вы писали, и который ваш бизнес должен выдержать, вы не ощущаете? Нет. Вас послушать, да, все в целом ок, процессы идут, все развивается, да, и наблюдения коллег, и мое личное, у вас как-то в вашем офисе реально подзатихла активность. В последнее время, причем... Речь не о последних нескольких неделях, а где-то с полгодика, наверное, все как-то очень затихло. Почему? Ну, во-первых, даже свои компании, которые имеют к нам отношение, там трейдинг, мы попытались, не попытаемся, а всех в создание выводим и размещаем на другие офисные центры. Мы получили разрешение, наконец-то, в течение года мы делали разрешение на реконструкцию здания. И буквально, я думаю, мы пытаемся до конца
этого месяца получить все-таки окончательное разрешение на установку лесов и на полный ремонт данного объекта. Поэтому в здании больше технически никто не будет находиться. И это надо всем как бы разъехаться по разным местам работы. Все. Короче, просто выехали, просто а не тому, що Віталій вже не смотрящий. Подождите. Я просто знаю, до чого було питання Дениса. Да, ні, подождите, давайте, естественный вопрос. Віталій більше не смотрящий, це удобна формулька для всіх. І для вас. Ну, для Белякова і для Кропача удобно. Ровно до момента начала безумного антагонизма. Я просто, почему там к этому возвращаюсь? Потому что у меня есть мое обывательское, конечно, и не экспертное ощущение, что нас ожидает, вас ожидает некоторый передел. Нам переделывать-то нечего. А у вас все веселее. Мы затронем все-таки эту тему. Мы здесь до начала записи выяснили, что Виталий Кропачев хочет еще в медиа, и у него есть целых две лицензии на целых два телеканала. Это инсайдерская информация, которая была. В смысле инсайдерская? Не-не-не, стоп. Ну, глупо как бы сидеть в телестудии, придя на интервью и говорить про инсайдерскую информацию. Расскажите же уже нам, что это? Что за телеканалы? Зачем? Давайте, ну, как бы поживем, увидим. Сегодня, ну, как бы, в обществе новые политические силы приходят, да. Появились новые политические силы, получили безумную поддержку жителей страны, да, там. И сегодня, я так думаю, что появится новая ниша еще востребованных все-таки людей, которые могут создать новую политическую силу, и им будет нужен информационный проект. Окей, то есть фактически речь идет не столько о просто телеканале. Для тех, кто не слышал, это все речь шла о том, что там, ну, что там сделать телеканал, 7 миллионов, где-то там 300-500, по-моему, тысяч долларов в месяц, как бы все ради искусства, хобби наше все. Вот, а речь идет о медиаресурсе для какой-то политической силы. А с кем и на каком электоральном поле? Я думаю, пока мы оставим жирную точку, несем легкую интригу и определимся буквально в сентябре месяц. То есть под местное? Так и да. Отже, цим випуском ми перервали потік інтерв'ю із обличчями нової команди. І в нас в студії був Віталій Кропачев, бізнесмен, який все ще не дуже погоджується, що він був вугільним смотрящим за часів Петра Порошенка. А тепер він вже і справді не смотрящий. Кажуть, цей статус перейшов іншому бізнесмену. Ми про нього сьогодні вже говорили. Подивимось. Це було «Он воно як». Побачимось за тиждень. І навіть якщо ви зараз збираєтесь у відпустку, підпишіться на наш YouTube-канал. Приїдете, передивитесь все. Тому що там за цей час з'явиться багато цікавого.